там вначале кричал. ФБ? Как будто медузы нахуй не хватает, будет такого нет по вниманию, ребята. Есть такое. Вот и я о том же. Окса как будто тоже не хватает. Че ты на меня пиликаешь? Пойдем сюда. Один. Все, у нас кидало и вперед, такого замедления идет. У нас замедление, вот, все замедление. У нас в развитии замедление, Окса. Подойди к нам, ебаный твой рот. Он наш! Конечно наш, а чей еще? Бам, тинкер килл. Работаем. Крот показал, на что способен. Погнали, топ. Почему вообще решил меня бить? Кто объяснит? Сейчас лазерок будет, мысать будет. Ебаный задротый суп. Тварь ебаное телом блочит. Шлюп. Уебище! Бля, это старый бог у нас на тинкере? Нет, зверя сильнее китайца. Вверху соси. Я за лотосом отошел, ты там один. Пупсик. Конечно, доволен. А чё, почему доволен, я пропустил? Я его пупсиком назвал. Ого. Как бы ты меня назвал в Dota 2? Ну, человека, который на текисе играет. У меня на нем 26 ранг. Ого. А мама есть? Ты красавчик. Его, я говорю, куда он? Его. Да они сейчас меня отпадут. Не, чё он доебался? Сука, отводы делает. Гадина ебучая. Нет! Чё, о, нет. Слабая мерзость, сука. Я робот, блять, у меня нет. А я думал, я русский. Нихуя. Я думал, ну не угадал чуть-чуть. А почему не русский? А почему русский? Нет, русский. Ну вот, я тоже говорю. У меня вангард, я буду фармить, а пока твари, блядь. Я хоть позитив чувствую со стороны Окса, чувствуете, ребят? Ну, а чем бы я тебе помог? Ты далеко зашел. О, видишь, там сразу эта ролевая модель прищепки включилась. Прикиньте, человек реально ролевая модель губки Бобы. Меня трахают, краснобобы. Не подде... Откуда у тебя папа, говорит, ты на тинкере играешь? Ну привыкни ты уже к факту, блядь. Хорош! Бля, что с ним пиво делает, а, ебать, да? Я не пьяный. Просто, то есть, это понятно, тут что-то посерьезнее. Че, постакать, может, кому-то надо? Постакай мне, блядь, зарап, ебать. Ну ладно, спасибо. Ты один. Опять работа? Да, работаю. Все, у меня только обед. Хуя в доту. Твари, блядь, я вас ненавижу. Ну, блядь. Я как будто в розыгрыше каком-то. Фейк такси. Ой. Ребят, я дырявый. Ой-ой-ой. Отъебан. Бристлбакера разменял, мужики, Бристлбакера разменял. Видите, минки реализовал, говорю, что эти минки, мужики, имбулечка. Ты долбёб! Что? Откуда? Я в закон, дурака! Ебать! Под тинкера, дай Фёдор, дай хуйню, дай хуйню. Щитовидную железу дай мне, сын бога! Хорош. Да дал, не кричи! Бутылку. А ты когда вот после школы в киоск заходишь и просишь вот ягуарчика, так же говоришь, что было? Да. Ага. Вот частичка будет, давай яйцо, бьем, все бьем, сама. А он не разбивается, нет? Почему, брат, не разбивается? Есть инфа, почему? Давай! Оно пробивалось, нет, яйцо-то через этот купол, ебать. Какой купол? Какой купол, шизик? Ты под куполом, брат. Танцы в черном куполе. Знаешь, такой альбом есть, а ты такой не слушаешь, ты лох. Battle Fury хочется, страшно, замедлю, сука, тычкой, бля, если дотянусь, ему пизда нахуй. А у него анорексия. Кто? Тирекс? Знаю такого динозавра, да, у него ручки прикольные. Бля, вообще не думали, мужик, а как вообще Тирекс дрочил? Не было такой мысли вообще у кого? Появлялась такая мысль? У него пениса не было. А, ну, в принципе, да. Бля, что-то я... Бля, об этом что-то я не думал, кстати, да. Что-то об этом я не думал. А, дислексия, парни. Вот что хотел сказать. Печально. Куда ушел? Эх, Акс ушел, и нам не повезло сломать сторону. Зато на жабке точно повезет. Ребята подготовили только лучшие режимы, в которых можно реально легко выиграть скины CS2, Dota 2 или даже Rust. Краш, Курятник, Минер, Джек Фрог, он же Джекпот, где вы боретесь за банк с другими игроками, и мое любимое колесо. Тут вас ждут 4 коэффициента. 2, 3, 5 и 20x. Конечно, шанс на упадение двоек и троек больше, но это не значит, что пятерки и двадцатки совсем не падают. На сайте высокие и честные шансы словить очень вкусный коэффициент. Но если еще попутно проходить квесты в жаб тапе, то будет вообще сказка. Самое приятное — это бонусы, когда новых игроков, стартовый бонус в виде кода на депозит, который даст плюс 15% и кейса с дропом до $10, так и для тех, кто уже регался, промо на халявный баланс. Выбирай свой в закрепленном комменте и проверяй удачу вместе со мной на жабка скин. Может, Рошана попить? Может, Рошана? Может, нахуй пойдешь, заебал ты меня уже, блядь, убить человека. 9-й класс тяжело идет. В каком классе, кстати, на тинкере, давай честно. Честно? Я в 9-й перешел. Класс, в смысле, в целом, ну, по Дарвину имеется в виду, или что? В общем и целом. В общем и целом, правильно, да, это верно. А ты, короче, думал, ты вообще задумались, мужики, что самолет это хуйня?
ебан. Ну, типа самолет это же не самолет. Самолет. Да, это же типа пилотолет, его никто не управляет им. Это пилотолет, а не самолет. Ну, типа это бог какой-то хуйню. Там же есть автопилот. Ну так это автопилот, тогда это автопилотолет получается, а не сам, ну, не самолет. Не думал об этом? Пошел нахуй. Это хорошо было. А может Рошана? Давай, да можешь ебал закрой! Ой, блядь, вот это, кстати, круто она придумала. Согласны, ребят, все узнали? Меня бьет ёж. Я в ахуе. Вон умер. Дока. Я в доке уже 10 тысяч каток. Уже познал. Спасибо за игру, парни. Идите покушайте. Да, я, кстати, не ел ничего, брат. Что бы вот ты мне предложил поесть сегодня, ну кроме говна? Надо. Ну тебе любое что-то покушать надо. После такой покур. Какой покурки? Раскурки, брат, называется-то. Спасибо за игру, наркоманы. Наркоманы, сука. Дрейк получается чукарев. А ты можешь на ней вопрос, брат, один такой маленький? Что? А ты на метрополитене ходишь? Не, на ноутбуке. Где? На ноутбуке. Тоже на ноутбуке. Да, блядь, на ноутбуке. А, в смысле, в целом на нем сидишь, блядь, ну тогда понятно, что... Да, да. Да, вот этот, как он, вентиляционная система такая. Ты что такой, кондиционер к нему подключил? Что со звуком, брат? Ну так это ноутбук, это шлепон. Все рядом находится, понимаешь? Еще и на концерте хуй царегует, концерт там, блядь, играет. Да мне просто падло через наушники играть. Так, блядь, у нас снайпер. Бля, ты, у тебя война, братик? Че, просто как будто в 7D кинотеатр нахуй зашел. Копье. Бля, брат, ну ты чисто сын консервной банки, я хуй знает. Ну, шо с микрофоном, ну пи***ц. Шо это за ноутбук, брат, модель, подскажи, я не возьму никогда в жизни его нахуй. Андоробот. Какой? Андоробот. Кто? Прям так ноутбук называется, них. Можно беду подраться можно, только надо с Марсу кнопкой попасть, брат. Давай, пошел. Пожалуйста, сбей блинк шейкер, я прошу господом. Блинк, дабл спел, второй. Никса. Блядь, ну куда я? Ну что это за день сегодня такой? Что это за день? Сын радиоприемника на Клаквер. На Марсе кнопка не жмет, а когда может, он не попадает, не сбивает блинк. Пусть, а чё я не так делаю? Тренд, блядь, через броню какую-то ебаную, и без второго спла на линии стоит. Думаю, брат, нет, там бревно через это, через пацифизм, блядь. Я сборку дерева увидел, ладно, все, забейте. Все. А чё, брат, огоним метод, да, думаешь, на тренте? Имба, да, думаешь, брат, огонимчик вообще? Под водочку идеально сейчас заходит, да, брат, огонимчик на тренте? Ну я кайфую, дружище. Друидика, ой, шейкер, брат, шейкер, смотри, шейкер, ебануть, брат, шейкера. Что происходит в голове у шимпанзе? Как узнать, о чем они думают? Ну, блядь, свою, блядь, кнопку пиздал на своем Марсе, блядь. Давай, ну хотя бы тут, копье. Давай! Я уже, ну ты видел, как это было близко? Там Габен уже просто смирился, просто уже там текстурку миллиметр дал ему, чтобы он попал точно этим копьем. Кнопочка сейчас будет как будто. Я ебал. Сколько там урона? Меня снайпер просто немец застрелил опять, заебал он. Тренд со своим огоньем, Надо выйти на инвокера, мы не справимся. А куда огоньем исчез, брат? Дружище, я же спросил, собрать? Чего? Мне ответил, да. Я говорю, ты мне сказал собрать это. Я собрал. Ты же хочешь выиграть? А сваты от огонима куда исчезли? Я их продал. Так я сор моментально взял. Спасибо тебе, дружище, ты мой день сделал. С аренку прыгнуть нажать, аренка, прыжок. Ой, яй, твои руки еб... Вообще, кстати, неплохо вышло. Давай, БКБ Кримсон. А тебе ульт нахуя? Нахуя тебе ульт, брат? Аля, дайте мне кнопки нажать, сука! Ты чё, я твою мать нюхал? У тебя ударился, ему надо БКБ с Кримсона нажать! Второй ульт на тренте! Урса! Не уходит! Алло, еба, ты не думал купить, может быть, там рикошетик какой-нибудь? Нахуй тело, кишот нужен, ебатое животное. Ты чё так, шеф?
Алло, ебанатка, меня трое, пи***ли, где вы находитесь? Можно Рошанов издануть. Мамульки свои по лбу, пи***ни топором, бро. Ты когда рикошет купишь, тогда открывай свой ебанник. Ты заебал. Еб***ь, у чего реально ролевая модель губки Боба, прикиньте? Модельная братуха, ты реально оригинальный. Я чуть не заплакал, когда это услышал тебя, честно. Давай я буду твоим Сквидвардом. Ты можешь быть минечиком, как мамка. Зачем? Я же не твоя мама. Сидишь, блядь, всю игру, ноешь. Блин, реально, ты 3.17 бегаешь, чё ты? Алло, залупа, ебаная, брату. Всем советы раздаю. Закрой, это первая игра на персе летом, бро. У меня по 33 кила на раскатке, две закрыты, сука, ебан. Давай расскажешь. Что, я давай расскажешь. Я могу замьютать по-хорошему, блядь, не слушать твой бред. Замьютать, братуха, лучше русский, сука, ебанутое животное. А как на русском будет? Ты в третьем классе не проходил замьют. Уже? Зачем вы с сумасшедшим разговариваете? Не, ну честно, сколько ты в доту играешь, честно только? Че, ебанутый, не. А ты откуда тогда такой? Нет ощущения, что это вот тот самый пи***, который типа хорошо сундуки не убрали? Да ты чё? Бум! Я же не кричишь, бро, у тебя своей квартирки нету? Нет, женщина спит справа, пиздит мне потом, блин. Жалко, пиздить женщина тебя, но ты и слабак, еб***. А чё ты вот плачешь, да, ещё? По-любому от неё. А, нам говорит, уже можно кричать. Бум! Ну покричи, покричи, бро, мамульке твоей отправлю, прикинь видео, как ты... Откуда мне мама, у меня 14 тысяч часов доти, ты шо, еб***? Понимаю. У него только девочка под столом. Бро, у тебя на персонаже нужно нажать четверку и тройку, потом спамить единичку. А потом, ага, ага. Я, короче, размьютил шиза. Да послушай его, не выйдет это. Интересно. Прям вот городской сумасшедший. Так ты как будто, брат, 3.19 играешь, как будто бы все-таки дал. Бро, когда я керри беру... Какого керри? Тут керри нет, дурак. Все керри. Ты ебанутый, а нету керри здесь? А у тебя, брат, именно вообще на каком уровне? А у меня мастер ховайки трекинг. Какой, кого, блядь? Мастер... Бенчмарк 4 сезона. Какой бенчмарк? Куда же ты, блядь, чисто видеокарту там проверил, нахуй, монстр, блядь, в куде, блядь. Какой нахуй? Аида тест, блядь. Чисто КМС автом качал, иду активировать, там сказали, вы их стреляете. Ты знаешь, что такое ковок? Тебе что, профиль открыть мой? Дисов, Владисов или кто? Ковок? Ковок? Ару, ролевая модель губки Боба, тут людей, подойди. Я уже умер. Да почему ты? Реально, бро, смешно нахуй. Может, потому что ты не можешь четверку нажать? Я не знаю, ты бы хоть какие-то азы в этой игре разобрал. Ебанат, я тебе говорю, у меня 30 плюс киллы, нахуй. Две последние карты. Да я вижу, брат, 4.20 такой чисто. Ебанат, алё, понимаешь, что шифт и хайза это раз. Шифт это спел у пака. Ну, ребят, какой-то новичок у нас в команде, ладно, я понимаю. Долбоёб, шифт. Да я знаю, что долбоёб, шифт, я знаю, но хуя мне эта информация, ну. Что, полезно, я смотрю, долбоёб. У тебя на 10 тысяч нетворца больше, в итоге ты, у тебя киллов меньше. Да я не играю, нахуй, нет, вообще не знаю. Что, долб***ёб, ты как раз на керри играешь, у которой всех танков просто... Какой керри, дурак, я призрак, блядь, в рейс. Это тень, а не призрак. Надо откушать. В смысле, в рейс это призрак, дурак. Тень это шадоу. Брат, давай все-таки, в пятом бакласе надо все-таки доучить. Алло, бро, игра, бля, месяц назад, ну, 2 недели назад называлась тень. Да ты как будто, брат, ну, в целом на свет 5 месяцев назад где-то появился такое наитие, нет, ребят, у вас? Наитие? Батька ты его наитие, нахуй. Брат, 20 до нас смерть, у меня IQ меньше. Ну, может, какие-то видосы записываешь, типа, прикалываешься, ты реально безумец какой-то. Бро, я вообще играю на живе первую катку, у меня 2 ластовые игры на хайзе. Так, ты хайза. Саппорт взял ты? Ты чё, долб***ёб, подожди, шиф это саппорт? Ну-ка, назови мне хоть одну способность, которая саппортит у него, Зоя. Ты на лайне сказал, что ты саппортишь, чувак. Да, я, блядь, помню эту хуйню. Ты ебанат, если моя шлюха, помолчи 5 секунд. У нас, да мне по***, ебанат 47 тысяч нетворца, нахуй. А почему у нас, брат, ебанат 21.6.11 играет? Вот это вот как вышло, что сейчас дрон 1 дефает буй? Бро, потому что у него 62 тысяч нетворца. Ты... А почему у него 62 тысяч нетворца, если он дал ебанат? Потому что он стоял, фармил крипов всю игру. Так получается, все правильно делал, брат, а ты дал, получается, нет? Бро, мы проиграли игру. Мы проиграли игру, бро.
Звука достаточно изначально не записывал. Ну там в начале еще пи***л. Дотеры не меняются. Поебать, если моя шлюха, помолчи 5 секунд.